Утро доброе. Пойду осмотрюсь на местности. Вот оттуда мы приехали. Здесь закончился асфальт. Такая вот большая парковка. Никого, кроме нас. Судя по моим СМИ, должен быть пляж. Выспалась я просто отменно. Проснулась под пение птичек. Тишина и пение птичек. А теперь, внимание, шла я такая по дороге. Опа, маслята. Маслята в очень большом количестве. Вот их сколько. Я просто не очень грибник, поэтому побаиваюсь собирать грибы. Потому что если не знаешь на 100%, что это за гриб, то лучше его не брать, ибо потом может быть только худо. Вот уже виднеется озеро Мелорет. В нем, как Леша посчитал, можно рыбачить. Рельеф просто супер. Камни, мох. Да, если бы, конечно, здесь можно было поставить лагерь, это было бы просто бомбически. Да, это озеро Мелорен. К сожалению, снова все на шведском. Здесь вот есть оборудованное местечко для отдыха. На всякий случай спасательный круг. Ну, мало ли, реально. Дровница. А что, не могу ее открыть? А, просто с другой стороны. Заполненная дровами. Местечко. Пожечь костер, пожарить на гриле. Да, с палаточкой здесь стать было бы просто идеально. Блин, водичка, огонь. Вполне закупнуться можно. Воздух просто супер. Такой сосновый, свежий. Жалко, конечно, Леша спит еще. Он хуже выспался на пароме, поэтому пускай еще отдыхает. Тем более, что он любит рулить в поездках. Пускает меня только, когда вот уже вот не может ехать. Везде тут красиво. И вода прозрачная. Пойду будить Лёшу. Тук-тук, ты там не зажарился еще в палаточке? Доброе утро. Снимаешь? Да. Я не выгляжу красиво. Доброе утро всем. Сегодня третий день. И он начинается просто прекрасно. Это наш лагерь, который вчера вечером мы вам не показали. Вот так выглядят окрестности. Ничего примечательного. Здесь за лесом озеро Мелорен. Мелорен. Самое интересное, Лиля уже пробежалась и говорит, что здесь где-то неподалеку есть еще более крутая стоянка. Уже темнело, поэтому мы выбрали первое подходящее место, где можно поставить палатку, и на этом остановились. Опыт наш подсказывает, что если искать место в темноте, можно найти приключение на свою задницу. Ну-ка, покажи мастер-класс. Может вспыхнуть. Что у нас сегодня на завтрак? У нас на завтрак рис с корочкой под сыром. Свезия. Вистена. Но не сильно еще пригорело, потому что вот благодаря этой горелке газовой. В общем, у нас уже созрел план. На сегодняшний день. Первым делом мы едем в Икею и покупаем сковородку. Я вижу, как Лиля страдает с этой сковородкой, на которой все пригорает и невозможно что-то поджарить. Поэтому Икея, сковородка, первым делом. Курица с рисом. Приятного аппетита. Спасибо. Мы уже собрали лагерь. Пройдемся по райончику, посмотрим, что здесь как. Озеро посмотрим, на красоту вокруг. Время 11 утра. Помочим ножки и поедем дальше. Лиля уже мочит ноги. Пожалуй, я тоже последую ее примеру. А, боже, Леша, он меня ест. Не бойся, он тебя не сожрет. Он меня не укусит? Нет. Точно? Тут приехали супертачки. Фиат 500 Абарт. Заряженный паренек. Но это еще не все. Сейчас я вам покажу пушку-гонку. Вот это вещь. Стинг.
Корвет Стингрей. Блин, тут капот, только один капот по длине, как половина нашей машины. И яблочко на сиденье с кепочкой. А мы садимся в Кодиак и отправляемся дальше. Иду за сковородкой. Вижу сковородку. Беру сковородку. Ищем кассу. Мы уже были на кассе, когда увидели вот такую штуку за 6 евро. Походная барбекюшница. Мы решили такую штуку себе взять. Икеевские митболы. Килограмм 6 евро. Мы не смогли пройти мимо. Купили вот такую штуку. Как-нибудь вечером покажем вам, как это выглядит. У нас есть розетка на 220 вольт в машине, поэтому мы можем ее использовать. Но самая большая проблема в том, что там Декатлон. А Декатлон — это Икея для меня. У нас нету Декатлона, чтобы вы знали. В России есть, а в Беларуси нету. И мы сейчас туда поедем. Я оттуда выйду с полными пакетами. Оставили там 100 евро. Зато у нас есть теперь волшебная... У нас есть вот такой набор посуды для двоих. Кастрюля, сковородка, две чашки, две тарелки. Новые подушки взамен тех, которые у нас. Купили прям штанцы. Даже прям с вешалкой. Потому что у нее не было штанцов таких вот. Ну вот это самая главная вещь. Да. Коровода. Сковородочка. Набор столовых приборов. Это отводится, потом, видимо, сощелкивается. Да. Получаем кастрюлес. Да. Крышка, сюда-то, которая подходит и на сковородку. Прекрасно. Потом две чашечки для девочки, для мальчика. И еще есть тарелочки, из которых можно кушать. 40 евро стоит этот набор. Супер вещь. Я вообще балдею. Но не с полным пакетом. Но без покупок не ушли. А вот так выглядят знаки ремонта дороги в Швеции. Просто стоят две фуры с экранами. Пробираемся грунтовками к очередному месту ночевки. Мы ехали и увидели здесь точилу. Пиджачок. Лифон. Раздолбанный Сиат. Магнитола вскрытая. Все выдрано. Книженция какая-то. А, не, это была видеокассета. О, видеокассета с порнушкой. Репорт видео. Свенска фолкесексвонор. О, тут вообще запрещенный контент, короче. Поехали, солнце село. А мы продолжаем поиски места для ночевки. А на часах у нас сейчас сколько? 20:22 по местному времени. Наши приключения продолжаются. Хоть мы и начали искать место для ночевки где-то в 5:30. До сих пор мы катаемся и пытаемся найти хоть какое-то место. Вот лес, вот дорога. Можно поставить палатку где-то в этом лесу. Но хотелось бы, конечно, какое-нибудь красивое место. Возле воды, например. Здесь неподалеку есть обозначенное на карте место для отдыха. Мы сейчас туда едем. Мы, наконец, нашли место. Сейчас я вам покажу, что мы нашли. Нашли мы его через Maps.me по запросу «Место для пикника». Место практически в деревне, но здесь... Есть все, что нужно. Вот эта поляна. Вот там озеро. Здесь вот везде можно поставить палатку. Там мусорка с дровами. Здесь раздевалка. А то здесь туалеты. Это туалет. Я сейчас одним воспользуюсь. Это мужской, это женский? Это мужской, тут женский. Там туалетная бумага есть. Но есть один момент. Сюда нельзя заехать на машине. И поэтому мы решили остановиться
там вот в лесу. Там есть ровная площадка, и можно поставить палатку прямо возле машины. Поэтому мы будем там, а если что, надо будет сходить в туалет, сходим сюда. Здесь жрут комары. Третий день на исходе, время 23:13, и я говорю вам всем до завтра. Всем доброе утро. На часах 8 утра, и мы проснулись вот в таком месте. Готовим завтрак. Сегодня у нас на завтрак доширак. Потому что Лиля лениво кашу готовит. Готовим с любовью. А также яичница и остатки вчерашнего фарша. Ну, конечно же, кофеек, печеньки. Палатку я уже собрал. Куда мы сегодня поедем? Какой у нас план? Двигаемся в сторону Норвегии. По пути ищем кемпинг, чтобы помыться. Наш план состоит в том, что у нас нет никакого плана. Кстати, расскажу прикол. Пошел я, значит, в туалет. Сделал свои дела, выхожу, а там пирс напротив. Выхожу, значит, а там голые шведки купаются. Я такой, вот это поворот. Ну, покуда я бежал, чтобы к ним присоединиться, они уже искупнулись и ушли. Так что я расстроился и вернулся в лагерь. Ты видел, там заборчик был специально, чтобы такие, как ты, не добегали до них. Да? Да. Ай, ё-моё. То есть шансов не было. Изначально шансов не было. Так что не кори себя, все нормально. Вот такие новости поутру. А сегодня у нас 4-й день. Выдвинулись в путь. 10:37. Что ты делаешь? Я восстанавливаю брови. Едем мы сейчас пополнить наши запасы пресной воды, потому что за эти 3 дня 15 литров мы использовали на готовку и на мойку посуды. Источник воды мы нагуглили ближайший в город Евле. Швеция какая-то очень скучная страна. Все как-то ровно, спокойно. Кстати, с палаткой проблема. Ну, нужно найти место. Как вы уже поняли, по вчерашнему дню найти его довольно проблематично. Поэтому будем выдвигаться в сторону Норвегии. И, кстати, я решил не бриться. Так что не обращайте внимания на мою неаккуратную щетину. Я никогда не отращивал бороду, поэтому хочу посмотреть, что у меня получится за 3 недели. Я не могу сказать, что Швеция скучная страна. Вчера была на такой ралли на гравичке, ух, весело. Красивых шведских домиков мы уже насмотрелись. А природа такая же, как и в Беларуси. А природа, в общем-то, если посмотреть направо-налево, то она не сильно отличается от нашей, за исключением таких каменистых каких-то берегов и огромных валунов в лесу. Идем за водой. Опа, гриб. Ни хрена себе, подосиновичек вырос тут. Леша уже вперед шуршал. Мапсми не солгал, родник здесь присутствует. Но я не уверен, стоит ли здесь набирать воду. Мухи какие-то плавают, жуки. Может, наберем в канистру? Ее все равно кипятить будем. В канистру давай наберем. Начинаем операцию родник. Решили все-таки набрать водичку. Ну, смотрится очень чистой. Ну как? На вкус хорошего, да? Да, конечно, хорошая. Почему ей быть плохой? Холодная еще капец. Пальцы сводит. На, попробуй. Ух, холодненько. Но на вкус очень вкусная. В общем, воду чистую мы нашли. Теперь квест следующий. Найти место, где мы можем помыться. Пополнили запасы. Возвращаемся к машине. Едем в сторону Норвегии. По дороге ничего не происходит. Пейзажи какие-то однообразные немножко. Просто ищем кемпинг.
Эта страна мне начинает потихоньку нравиться. Мы заехали на первый попавшийся кемпинг, который был возле дороги, по которой мы ехали. Зашли на ресепшн. Там нас встретила замечательная женщина, которая сказала, что вы можете мыться сколько хотите. Сейчас на месте нету босса, людей нет, и мы можем помыться абсолютно бесплатно. За это мы ей подарили небольшой презент из Беларуси. Клюкву в сахаре. И она нам очень рекомендовала сходить искупнуться. Вода 20 градусов. А еще она сказала, что она купается 5 месяцев в году. Вот здесь душ, а туда мы сейчас пойдем купаться. О. Это выглядит все вот так. Здесь душ, раздевалка, туалет. Видимо, кто-то не мог выйти. Лупили. Итак, мы сейчас пойдем купаться. Вот мы чистые, свежие, искупались в озере и готовы ехать дальше, в Норвегию. Остановились на маленькую дневочку выпить кофе, скушать пару печенек. На берегу небольшого озера Лёша пошел попытать счастье на новую блесну, которую он прикупил на заправке чисто случайно. Ребята, я что вам сейчас покажу. Это был огромный боровик. Он просто сгнил от того, что его так никто не собрал. Это маслята. Это рыжики. Огромный подосиновик. И вот такой вот прекрасный боровичок. Чтобы вы понимали, вот моя рука. Ну, скоро-скоро закипит. Лёша, как там дела на рыбном фронте? Рыба есть. Маленькая, правда. Пойду делать кофе. Лёша, кофе готов. Сегодня мы решили озаботиться поиском места для ночевки пораньше. И вот чем нас вознаградила природа. Просто великолепно. А вот и Лёша, по моему примеру, собирает мусор. Ты решил очистить полянку? Написано английским языком. Пожалуйста, не оставляйте возле, после себя мусор. И прямо возле таблички. Во. Ты посмотри, как здесь красиво. Мы этой точкой поделимся со всем миром, потому что здесь реально очень круто. Туалета, кстати, в отличие от прошлой нашей стоянки, здесь нет. Водичка просто великолепная. Лёша полез куда-то на камни. Пока Лиля там плавает, я сижу и размышляю, что делать дальше. Место, конечно, офигенное, но мы нашли надпись, которая говорит о том, что здесь нельзя ставить кемпинги. Также там написано, что сюда нельзя с собаками, но мы уже видели двоих человек с собаками, которые просто приезжают сюда и выгуливают их тут неподалеку. Решили, что оставимся здесь на ночь, но палатку поставим попозже, когда все разъедутся. Вот эта точка, это Лиля. А место очень даже ничего. На часах 19:30 по местному времени, а мы, как всегда, снова отправляемся на поиски своего места под солнцем. На том пляжике слишком многолюдно, мы решили поискать что-нибудь в округе, более уединенное. Тот вариант оставить как запасным. Едем? Лёше на лицо, когда что-то пошло не так. Итог сегодняшнего поиска места. Мы вернулись на то самое место, которое показывали вам раньше. Объехали все озеро по кругу, заглянули еще, наверное, в 4 или 5 мест и ничего более подходящего не нашли. В общем, вернулись на это место, где было много людей. Сейчас здесь тихо, никого, только стоит кемпер с немцами. Вон там, видите, это горит окно в их машине. Они нам подарили по баночке пивка, жутко крепкого, 7,2 алкоголя. Такое не люблю, но мы попробуем. Сейчас я покажу вам поляну, которую Лиля организовала. У нас тут сегодня романтик. Видно, конечно, не очень. У нас здесь свечечки. Ну и вон там озеро.
Оно уже на нас. Гречка с икеевскими фрикадельками. А на запион певчанское. Made in Germany. Палатку поставили где-то там вдалеке, в лесочке. За гречка. Лиля, расскажи, как тебе новая посуда? Прекрасная посуда. Не пригорает. Очень легко моется. Рекомендуем всем. Еще у нас тут салат из помидор с чесноком. А вот и помойчики. Они. Вкуснотенюшка. А вот певчанская, которую нам подарили. Вообще-то она не немецкая, а французская. Идем покупать рыболовную лицензию. Чтоб я еще был рыбак, а то я просто так и не рыбак, и не просто так. Посмотрите, какая красота у нас тут. Нифигачи дождь, просто от души. Леша застыл просто от такой красоты. Мы поднялись. 2 часа мы уже с Лешей рыбачим. Сегодня вечером у нас ужин вот здесь.